Вот так я сейчас что-то вижу, да? Да. Платьице и розовые сапоги. Красивые длинные волосы. У нас кажется, что-то есть еще. Что там, давай посмотрим. Что-то у нас бутылочка. Это наша кукла. Ух ты, это ее запасное платье. Такой красивый цвет бутылочки. Это вот такая бутылочка, сама же наша лоу, ободок на голову, запасное платье, оно даже не как платье идет, идет как кофточка с юбочкой, очки, вот такой гребешок на голову и вот один туфелек. К сожалению, второго туфелька мы такого не нашли. Скорее всего, что производитель забыл поставить вторую туфельку. Такое тоже бывает. И вот с таким фильтром написано, что можно направлять это на лицо. Ничего такого. Еще в инструкции написано, кукла Лоу может менять цвет кожи в холодной или же горячей воды. Мы сейчас попробуем. Вот мы сняли ее, оказывается, комбинезон. Вот наша кукла Лоу, купальники. Мы ее сейчас опускаем в холодную воду. Давайте сейчас попробуем горячий. Нашу капсулу лол, сейчас нашу лол опускаем в горячую воду. Посмотрим, как она меняется.
Мы вот достали угол с горячей воды, но она цвет не поменяла. Производитель пишет, что да, есть такие куклы с этой коллекции, которые не меняют цвет. И нам она попалась. Вот такая коллекция кукол. Нашего образа.